Атмосфера праздника царила сегодня во Дворце независимости в Минске. В день белорусской милиции и в канун Международного дня женщин президент вручил ордена и медали заслуженным представительницам прекрасной половины и лично поздравил офицеров с присвоением высоких званий. Традиция, которая в год народного единства имеет особый смысл, в своей речи Александр Лукашенко отметил все присутствующие передовой отряд добра, созидания, людей творческих и, самое главное, нацеленных на результат. Сегодня это особенно актуально, когда нация проходит проверку на прочность. Каждый из вас работает на отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше. Это армия, преданная народу и присяге. Органы правопорядка, которые верны своему долгу. И это они сполна продемонстрировали последние месяцы. За годы независимости у нас сформировалось общество, которое хорошо осознает, что фундамент единства народа, его успешного будущего – упорный, созидательный труд, сплоченность и взаимовыручка. По-другому быть не должно, ведь мы живем на родной земле. Мы единый народ, любим свою страну и сделаем все, чтобы дети и внуки жили в мире и согласии. Сегодня по традиции мы вручаем генеральские погоны настоящим вашим мужикам, которые привыкли прямо смотреть в глаза опасности и хорошо знают цену миру и человеческой жизни. Я также приветствую всех, кто сегодня на посту оберегает мирный труд и покой белорусов. Особые слова благодарности сотрудникам нашей милиции, которые отмечают свой профессиональный праздник. Позвольте в этот день всем им выразить глубочайшую признательность. Вам низкий поклон от имени белорусского народа. Среди награжденных действительно настоящие героини. Так, ордена матери удостоены женщины, родившие 5 и более детей. Это настоящий подвиг родительства. Медаль Франциска Скорины у актрисы Купаловского театра Ольги Нефедовой. Орден у директора гимназии номер 33 Минска Оксаны Якубовской. Президент также поздравил с присвоением генеральских и почетных званий правоохранителей и работников различных сфер. А до торжественной церемонии у гостей было время пройтись по залам Дворца независимости, где пишется новейшая история Беларуси, и сделать фото на память. Каждый из присутствующих сегодня – настоящий профессионал своего дела. Мы стали сильнее, мы стали профессиональнее в выполнении поставленных задач. Мы стали видеть новые риски и угрозы, которые появляются для нашей страны. Ну и, соответственно, адекватно на них реагировать. И, в общем, поставленную перед нами задачу – это сохранение мира и порядка в нашей стране – выполнили. И это было бы невозможно без семей милиционеров, без наших жен, без наших мам, без наших деток, которые всячески поддерживали своих отцов, своих матерей, женщин-сотрудниц в выполнении служебного долга. Для всех было удивительно то, что мы открыли все-таки 101 сезон 3 марта, спустя 7 месяцев после должного открытия сезона. Как вчера принимала зрители, это, конечно, просто что-то невероятное, удивительное, незабываемое, как потом мы уже шутили там за кулисами о том, что, наверное, так принимали в 44-м году Павленко. Когда люди не отпускали, кричали «спасибо», это мы все были тронуты до слез. Подробности церемонии награждения смотрите в наших следующих выпусках.